Три дня с 24 по 26 мая включительно в нашем городе пройдут игры квалификационного раунда чемпионата мира по волейболу среди женских команд. В борьбе за попадание в следующий тур на площадке Даугавпилсского олимпийского центра встретятся сборные Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии. Такого уровня соревнований в городе Даугавпилсе впервые проводятся. И у нас будет первый этап квалификационных соревнований чемпионата мира. У нас встречаются 4 команды: Латвия, Эстония, Исландия, Литва. И с пятницы до воскресенья они будут разыгрывать, чтобы попасть во второй тур квалификационных игр. Выходит напрямую первая команда, вторая команда, они еще отборочно играют, чтобы попасть во второй тур. Уже в четверг команды приступили к тренировкам. Единственная сборная, которая отказалась – Литва. Участники и организаторы отмечают высокий уровень организации соревнований, а также хвалят условия, созданные в Олимпийском центре. Даугавпилс с очень богатыми волейбольными традициями. И когда решался вопрос, это в начале прошлого года, еще тогда, что тогда уже мы сказали, что мы готовы и мы можем привести мирового уровня соревнования. И поэтому на заседании Федерации волейбольной Латвии приняли решение этот тур провести в городе Даугавпилсе. Итак, жители и гости города приглашаются на игры квалификационного раунда чемпионата мира по волейболу, которые пройдут в Олимпийском центре с 24 по 26 мая. Более подробно с расписанием встреч можно ознакомиться на сайте Латвийской волейбольной федерации.